Как мы уже сообщили, сегодня в республике открыли 20 новых объектов образования, среди которых 13 детсадов. В селе Араблинское Дербенского района ждали открытия дошкольного учреждения десятки лет. По такому поводу там сегодня устроили настоящий праздник. По кабинетам и коридорам нового здания прошелся и мой коллега Хамза Нурмагомедов. Ему слово. В селе Араблинское проживают около 4000 человек, из них почти 250 детей. Строительство детского сада было крайне необходимо. В новом учебном году в дошкольное образование наконец пойдут около 100 детей. Сегодня у нас большой праздник в районе. Открывается современный центр развития наших малышей. Штат нашего садика полностью сформирован, и мы готовы приступить к работе. Построить детсад удалось благодаря нацпроекту «Демография». Здесь будут расти и развиваться дети с 2 до 7 лет. В двухэтажном здании расположены учебные и игровые классы, а также комната отдыха и спортивный зал. Штат нашей образовательной организации все полностью сформирован, что позволило обеспечить трудоустроить 35 работников, а значит, жителей, 35 жителей нашего села будут обеспечены постоянной работой и стабильной заработной платой. Так будем работать для развития, для роста детей по программе. В регионе к 1 сентября сдали в эксплуатацию 13 детских садов. Самые крупные из них в Махачкале, Южно-Сухокумске и Хасавюрте. Нацпроект «Демография» намерен улучшить уровень дошкольного образования и повысить его доступность для населения. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, село Араблинское, Дербенский район.